Постоянные контакты между президентами Азербайджана и России являются самым ярким показателем уровня взаимоотношений двух стран. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. Он отметил, что отношения между Баку и Москвой развиваются по всем направлениям. Разумеется, встречи президентов на высшем уровне дают стимул развитию всех отношений во всех сферах. И то, что за этот год произошли уже 4 встречи наших президентов, имеет очень большое значение. Они, я бы сказал, дают очень существенный толчок развитию нашей доброжелательной атмосферы в наших отношениях. Потому что сами президенты наших государств между собой установили тесные дружественные контакты. И это высшее, я бы сказал, достижение в взаимоотношениях между любыми двумя государствами. Это не может не распространяться на все другие слои и форматы нашего общения. И это как раз происходит.